будет Мочилова. Дух начал агрессивно. Пока мы видим задницу Дуева. Сейчас я выгодной стороной повернусь. Знаешь, не очень качественно, поэтому лучше не двигаться. И еще там выдержка такая, знаешь, полчаса нужно ставить. Да, да. Постарел уже там. А, еще, Ксюш, смотри, очень важно. Максимально далеко от ковра не заходить за ограждение вот эти. Нет, перед ними нельзя быть. То есть вот это мне отходить с той стороны? Да. А, ну это понятно, что перед лицом на них не шататься. Да, соответственно, и вот тот парень уже весь нарушил. Его могут сейчас попросить остановить. Вот, короче, вот такая штука. И там нет прохода с той стороны. Да. И вот еще, кто бы твой знакомый не боролся, ты не можешь никому ничего сказать, рассказать, крикнуть там время или еще что-то. Дисклонить того, кого ты подсказываешь. Нет, нет. Показывает класс.
Александр Буякас. 1-3. Да, он тоже